вами Снежана, и вы на канале Снежана Снежок. Наверное, вы видели у меня такое видео, там, где у меня была неоновая обводка. И сегодня я вам расскажу и покажу, как сделать эту обводку на Android. Ну что, погнали! А, кстати, посмотрите мой пример. Первое. Для этого видео нам понадобится приложение FlipaClip, где мы разрисуем наше видео. А программа KineMaster и Light Motion, где мы наложим эффект. А перед тем, как мы начнем, поставь лайк этому видео, подпишитесь на меня в лайке и на меня в ТикТоке. А теперь погнали! Зайдем на мой канал и выберем музыку. Я выберу вот эту. Нажимаем присоединиться. И снимем видео под музыку. Я поставлю на 2x. Теперь сохраним наше видео тоже как частное. Продолжить. Кто может видеть личное, сохранить и опубликовать. А теперь можно приступать к монтажу. А сейчас я покажу, как можно разрисовать видео в KineMaster. Заходим в KineMaster, нажимаем на плюсик и выбираем размер 16:9. Нажимаем мультимедиа и выбираем видео, которое мы сняли в лайк. А чтобы нам удобнее было рисовать, нам нужно это видео перевернуть. Выделяем наше видео и выбираем функцию «Повернуть, отобразить зеркально». Теперь снова выделяем наше видео и нажимаем «Обрезка». Увеличиваем наше видео на весь экран и нажимаем «Равно». Прежде чем мы приступим к рисованию, нам нужно установить некоторые параметры. На левой панели выберем «Настройки» и выберем «Редактирование». И в ползунке «Длительность слоя» выставим число 1. Теперь нажмем «Слой» и выберем функцию «Рукописный текст». Здесь мы выберем кисточку для рисования. Также можно выбрать толщину линии. Я рекомендую брать среднюю. И цвет. Я выберу голубой, потому что сейчас буду рисовать волны. Как я уже и говорила, рисовать я буду стилусом, который купила в обычном мобильном магазине. Волны я нарисовала. Теперь выделяем их и продлеваю их до нужного момента. Дальше я хочу нарисовать катер, поэтому нажимаю слой, снова рукописный текст и выбираю другой цвет. Выберу синий. Рисуем катер. Я не очень красиво нарисовала, потому что хочу очень быстро это все сделать. А если постараться, то можно нарисовать очень красиво. Вот такой смешной кораблик у меня получился. Теперь мы его выделим и подставим в нужное нам место. А сейчас я хочу проанимировать наши волны, чтобы они у нас двигались. Выделяем наш слой с волнами и на левой панели нажимаем ключик. Ставим курсор на начало слоя и нажимаем плюсик. Перемещаем курсор немного дальше и перемещаем также наши волны. Плюсик уже нажимать не надо, программа сама повторяет наше движение. Снова перемещаем курсор, а потом перемещаем волны. И так до конца нашего слоя. В самом конце поставим минус. Подкорректируем наш слой так, чтобы он совпадал со словами. То же самое я хочу сделать с корабликом. Выделяем слой с корабликом и нажимаем на ключик. Я буду проделывать все то же самое, что и с волнами.
Это довольно долгий процесс, поэтому эту часть я убыстрю. А теперь можно посмотреть, что у нас получилось. Если вас все устраивает, можно рисовать дальше. Дальше я буду рисовать слезы и также анимировать их, как и прошлые мои рисунки. А сейчас я покажу вам очень прикольную штучку, которую я нашла. Нажимаем слой, рукописный текст, выбираем цвет. Мне нужен черный. И я нарисую у себя на руках такие черные зигзаги. На одной и на второй. Подставим наш слой так, чтобы он совпадал со словами. Выделим этот слой и нажмем «Общая анимация». И здесь можно найти очень классные эффекты. Попробуйте. Я немного поэкспериментировала и очень прикольно получилось. Мне очень нравится. А вы можете поэкспериментировать как вам угодно. Давайте посмотрим, что же у нас получилось. Получилось довольно круто. Мне очень нравится. Не нужно скачивать дополнительную программу FlipaClip. Можно и здесь разрисовать и наложить анимацию. Получается очень суперски. Я думаю, если вы снимете подобное видео, у вас видео наберет очень много лайков. Все, осталось наше видео только сохранить и загрузить в лайк. Вау, у тебя нереально круто получилось! Продолжай в том же духе! От меня огромный лайк! И смотрим видео второго лайкера! Вау, у тебя очень круто получилось! Продолжай в том же духе! От меня лайкосик! Все. Я думаю, видео вам очень понравилось, и оно было вам очень полезным, и вы снимете подобное видео. А когда снимете, пишите хэштег «Снежана Снежок» и хэштег «Хочу видео Снежаны». Я вас найду и лайкну. Всех люблю. Пока-пока.